Минутку отойду. Что так же один танк и нехил. Тоже это не сейчас. На секунду. Но. Ой, что-то пока что. Не, мы плюс ноль будем делать. Не знаю, получится ли. Тут. Все готово, поехали. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшие вещи из моих изобретений. И учтите, после того, что мы говорили с XT-00, оказывается просто некрасиво. Беги, малышка! Не успел. Сейчас один на рендж, видите? Сова на рендж. Бля, да, на мины, если не будете наступать, еще очередь будет на мины. Да, все уже въебали. Когда вот эта вторая фаза вылезает, не надо. О, это я, блядь. Молока попил, интересно.
Закосячил ачиву, да? Я тебе вот еще истерию дам. Не-не-не, на третий давай. Третий тебе надо? А кто задел? Тебе похуй, давай сейчас. Я вам до этого, до обстрела. Турка, сливайте. Даже ДД голову. Ага. Сейчас смотри, я котом буду бить эту голову. Растекайте. Кровотечение повешал. Сука, не притягивается. 20 секунд, когда. Было бы 25-ки так. 5 котов такие, бэксы прыгают. Комбо-поинт друг за друга вешают. Че, а где трэш? Он из лучей выходит. Ну. Смотрите его. Вроде да голову там тело вниз. Великий. А, Гера, когда же? Фу, победьте. Ты смертишь, что ли? Че, генерал Хэм надо? Ну там, вот этот, древковый посох. Ач. Обвалившуюся галерею и налево. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность.
Чё, какие 6К? РДД хилы вверху стойте. Нужно больше слез. А я думаю, что РДД, что ли, по-твоему? Шем, убирайте. Сам убейте. А тут шем такого вара. Ретрика, да? Ну и чё? Тут пофигу. Ну, вернее, что мне макас же есть выдавали, что можно шем бить. Он там это... не стакает. АОЕшные фрагменты. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. И сейчас. Я просто не могу это... Ну, на вары не понимаю, как там переделать. Что тут можно с вара бить. Это сам спекнись ДЦшника. Мы тут шаман еще по мане сядет. Так, а это я хотел спросить. Я магии могу бить молоточком синим? Там удар войны света экзорцизмом. Да. Хризи хэм делом, да. А что там про шэм? Ну посчитай, что он делает. Шея. Ну я говорю, сейчас что, на боссе нельзя уешить или что? Да, нельзя. Занхо, ты можешь пуху поменять или макрос написать, что ты будешь делать? А что за макрос? Сейчас в РК напишу. И... тупо на все скиллы, что ли, макрос? Вот эти три строчки копируешь, а. И ставишь вместо своего обычного макроса кровожадность ударом героя и нажимаешь ПКД. Вихрем не бьешь, рассекающим не бьешь. Этот фрагмент канцелаура, фрагмент души, будет отменять стак ШМ, и тогда он не взорвется. Там будут такие зеленые пары, которых надо 5 или 6 там штук накопить. Там
будем долго бить босса. И когда 2 там минуты или 3 пройдет, то появится элементарь. Если один с ранитовой пар убить, там у него 6000 хп, то ну не появится этого элементаря, и хэм, соответственно, не сделаем. Для этого надо этот макрос использовать. Либо раньше. Че, скопировал макрос? Да. Я смотрю, ты просто глору решил одеть. Не, сейчас. Вот так по себе, че. Да, бей так, потому что ДПС хватит. Не парься. Накиди сейф еще. Чтоб темные сверки не убить, вот этого танка защищает. Ваша смерть возвести. РНЖ там рассоситесь. И все. Дочку одел. От меня отойди. А, срывите. Можете стопать по боссу пока что. Сват, не бей. Вообще не бей, маг. Чем бьем, не бьем. Сейчас появится элементарь. Так, а у меня это колба, наверное, уешит или не знаю. Она же идет. Там еще убьем сейчас. Элементарь, да? Рост, надо. Давай. Зеленого, да, мне. Да, бейте. Yeah.
на БДК. Хотя, плащик тоже рольно. Вдруг на кота пригодится. А это можно я в комнату зайду хоть это? А, слышь, Трофим? Что там делать-то? Погодите. А вот ты на БДК, да, пойдешь? Угу. Ну, инста мне. Восьмую. Че, мне сегодня лица осталось? Да, лица останется. Два хила, тут будет два танка. Закинь меня в восьмую пати. Отойду пока на 3 секунды, наверное, чайно. А ты на кого? Там тоже. Фокус хира, у тебя лидер, давай там. Войду на БТК, мне напал. Пошли, выйдем, суманем его, блядь. Пошли, одно тело сюда. Вар, вот занк, послышишь, Вар? Ты вот давай, просто, давай. Вот так вот здесь стоять, где вот ДЦ стоит, весь бой вот так стой. Вот так. Несмотря на босса, пожалуйста, умоляю тебя, чтобы чилы не запороть. Чё за чилы-то? Там есть чилы, чтобы никто с ума не сошел. Я линковал только что. Да нет, там вроде же можно подбежать к этому, к свету, да, там какая-то была хрень. Мы без света, играем. А, без помощников, типа. Просто а надо, ты? Ну вот, Вар, ты просто здесь стой, вот дедуться и все. Вот так вот, не смотри на босса. Сама, в комнату кто? Сова? Нужна мне в комнату. Ретрик. Еще плюс 2. Физик. Только это, скажи мне там, что делают они. А, физи пойдет. Еще плюс 1 к вам. Давай я ДЦ позахожу туда, посчитаю всех, ДБС-ку покидаю себе. Давай так. Это хуйня. Сова. 4 ДД на доку. На что перевели? Да я вон Сове ПС-ку кину, он задамажит за 3. Вот что там делают они? Кого что-то мочит? Там, короче, попробуй. Скажу сейчас на месте. Разберемся. Это херово слышно, блин. Ну, эхо. Да там первый раз стукнешь, ты активируешь эти хуни, а потом их добиваешь. Короче, когда вы заходите в комнату, там желтые мобы такие. Их один раз стукнешь, появляются щупальца чувствительные. Они возвращают 100% урона, который вы им наносите в виде темной магии, резистится. Поэтому надо их бить. Как только вы их все убьете, откроется проход в комнату. Когда вы заходите в комнату, он у вас за спиной. Поэтому круг пробежали, сразу куда-то к мозгу пошли. Там у мозга лям. За первую комнату ваша задача снести этот мозг. В воздухе будут черепа. Они будут у вас лучиками такими фиолетовыми стрелять. Если вы будете с умом на них смотреть, как на босса на третьей фазе, то вы потеряете свое здравомыслие, сдохнете. Так, а черепа, они где? Вверху находятся? Они находятся в воздухе, в комнате, в нескольких местах. Поэтому нужно бежать к ним спиной, отворачиваться от них. Не стоять, на них не смотреть. Ясно. Все очень просто, убили. Бабл не спасет меня? Спасет.
Жень. Так что порешали, кто в комнату идет? А тебе альтернатива это нужна? Комнаты в три зайти или что? Ну мне нужна, да, комната в три зайти, Ачива. И мне еще нужна Ачива. Виталик, он идет. Мне еще нужна Ачива, чтобы никто не сошел с ума. Объясните, пожалуйста, Вару Зангпо, что надо делать, чтобы не сойти с ума. Я прошу вас очень. Ну давай, первая фаза, значит, мы будем стоять в одной точке и бить, РДД будут мобов, которые танки будут подводить под Сару. Под Сарой нужно взорвать 9 мобов. Как только это сделаем, будет вторая фаза. На второй фазе вылезет босс, он будет неуязвим. Будет Сара сверху стрелять койл, который будет вешать черепок. Нужно будет от него отходить, потому что если вы не будете отходить, то он будет прикидываться бесконечно и отнимать здравомыслие, которого у вас 100. Если вы потеряете здравомыслие, то вы законтролитесь и будете пидором до конца жизни. Да. Объяснил чётко. Потом нас соединяют два человека, луч красный. Этим людям нужно сбежаться друг к другу и бегать вместе, пока не закончится это схожее мышление. Если вы будете друг от друга далеко, то будет тратиться здравомыслие. И вы, ну, за контролем. И вы будете опять же. Да, да, да. Красный, да, луч? Кроме того, босс, да, посылает зеленые лучи сверху босса. И у них нельзя стоять. Не помню, есть десятки или нет. Будет 4 портала вокруг босса квадратиком таким. Вот тут, вот тут, вот тут и вот тут. Ну квадратиком, короче, вы поняли. В комнату там надо будет заходить. В комнате я уже объяснил, там будет мозг. А какие порталы? Значит, давай. Ну сначала там несколько точек, там желтых, типа они одну бьешь, активируется, щупальца заливаешь, потом уже черепок или это череп заливаешь. Но остальные черепа там нельзя к ним, ну спиной там. Хуйня это все. Черепа не заливаются, они просто висят в воздухе и бьют тебя, когда ты на них смотришь. Все, значит в комнату пойдут. Жест. Да, это Свата, ты был в комнате? Ты пойдешь в комнату. Не пойдет, получается, Хант не пойдет. Пойдет Виталикун и Хризифилакс. Значит, Джест левый ближний портал, Свата дальний левый портал, Хризифилакс правый ближний портал, Виталикун правый дальний портал, то есть в жопе босса. Угу. Какая Ачива, блин? Да подожди, в смысле все, мне надо... Комнаты надо. Линкани Ачиву свою. Я же линканул уже. Линкани, где ты? Мне одну комнату осталось. Ты уверен, что она будет? Тут одна только будет комната. Ну вдруг будет. Я на Сэлу кину ПС-ку, он задамажит нормально. Бля. Ну, так, а кто там? Ну мага не отправляет, тогда пусть он эти большие щупальца бьет в реальном мире. Ну давай, вместо мага заходи. Левый дальний портал, я говорил магу, да? Левый дальний, все. Ну а третья фаза там будет, короче... Слава, слава. Подожди, стой, перебью тебя опять. Объясни Вару Зангпо, что на третьей фазе пускаем, вот здесь встанет, вот так и стоит, вот так вот. Ты чё, бля, с ума сошел, что ли? Он с ума сойдет, я тебе говорю. А Чиву нужно? Мне похуй на Вара, похуй на твою Чиву, блядь. Просто, ну я не знаю. Если Вару будет похуй, то мне кажется, просто с ним прощаться надо, вот и все. Сейчас все сделаем, чекнуть. В третьей фазе просто череп над боссом будет появляться. Таймер такой. 10 секунд бьем, 5 секунд не бьем. Так пока, да, 10 бьем, 5 не бьем. Когда череп над боссом появляется, начинает смываться, просто отворачиваемся от босса. Иди спать, сейчас лужи придут, все готовы. Подожди, пусть еще пройдет, вот та пройдет сейчас. Так, это, я хотел уточнить, вот тут, это, к Саре я могу же бить это, прям к ней подойти лучше, и нобов херячить? Лучше стой нахуй на месте. А то кинет сорвение, увеличивай вообще по тебе урон от тьмы, и ты сдохнешь от одного взрыва. Против его прислушников. Меня сейчас записают с первого. Ещё не готов.
у нас 37 тысяч получаешь от оплаты. Так что жестко. Стой лучше на месте там. Да я ничего не делаю. И не шевелитесь, там тучка, когда будет сквозь вас идти, и не шевелитесь. РДД большие, тяжелые, медики маленькие бьют. Медики, не вздумайте подходить, когда они шевелятся. Сразу с тех сторон вставайте, где вы будете заходить потом. РДД вот большие бейте чисто. Медики даже не подходите. Медики за спину. Факт. Сука, медики. Ставлю квадрат, бейте ебаный щупальца. Хули вы стоите в небо смотрите опять? Собственной ненависти. Дал сам. Сейчас еще пачка щупальц появится. Парк, не сбегайтесь, не всякую. Задохнитесь собственной ненависти. Черепка убейте. А, все уже. По порталам расходиться. Задохнитесь собственной ненависти. От... Силуэтсон. Тупой, блять, отойди от него, ты что, слепой? Ебать. Кто? Да, есть там один. Заходи быстрее в комнату. За спину босса побежали, там, забить. РДД большой объем, че вы встали? Пошли. И че ты, Виталий Кунь, не заходишь? Большой объем. Хант, иди большой. Хант, иди большой. Иди большой. Это похуй. В приоритете большую убить. У вас смотрите, есть секунды. Смотрим на проценты. Что-то вы бейте мозг нахуй быстрее. Начали бить. А чё оно разморозилось? Да. Так, у вас 10 секунд по углам. Выходите. Лучше. Выходите. Выходите быстрее. 3, 2, 1. Несколько раз тыкайте от мамы. Давайте на те же места уже идите. Портал 5 секунд. По порталам разошлись. Трепещите, смертные! Души, щупальца пошли. Сзади маленький. Опасно, бля. Задохнитесь собственной ненависти. Факт, давай со мной. Ну, оно забагалось, убейте. Подойди поближе, дай мне. Да куда ты побежал с пактом? Ты не видишь, мы бегаем вдвоем. Пошли, маленько, добьем. Не бей его, оно забагалось, слышишь? Оно восстанавливает ХП. Добивайте мозг. На 35 выходите. Все, выходите. Мозг переведем. Стойте перед мордой. Мобы багы. Отворачивайтесь. Все, 10 секунд бьете спокойно. Ну тут 8 секунд где-то. Отворачивайтесь.
Пожалуйста, не садите сюда. Эти герои. Близко к боссу не держи, вот подальше иди, потому что маяк повешен, он будет всех хилить. Себя захилить. Поняли, да, когда отворачивается? Он маяк повешен. Занкпо, не надо бить трэш. Чекаплите, да. Меня ноп убил, я тут что сделаю? Уже. Добивайтесь тут уже быстрее. О, блядь, да ладно, ты я чисто сделаю. Как он заебал, блядь. Как будто один и тот же палит, когда. Пиздец, вот ты заметил, да? Это говно падает по КД тут. Это пуха, одноручка, дробежка. Пуха и тринята, блядь. Тринята 100%. Где моя тринята? Ёбаный эксорон, сука, ненавижу. Умри, ебал, тварь. Чё там, ЕП? Опять 335 этих поинтов, блядь, надо сделать ещё, пиздец. Медузу, как мозг какой-то на медузу похож. Так вроде правильно, да? А ты что, на метриоза кинул, что ли? Я отнял метриозу себе.